Захопленасць маладых і мудрасць вопытных. Сёння ў 27-й гомельскай школе, больш вядома як школа міру, адбылося незвычайнае мерапрыемства. Тут сабраліся лепшыя класныя кіраўнікі горада, каб абмяняцца думкамі наконт выхавання новага пакалення. Сустрэчу пад назвай «Класны кіраўнік лепшы міратворац» арганізавала абласное аддзяленне Беларускага фонду міру разам з управленнем адукацыі гомельскага гарвыканкама. Працяг тэмы ў наступным сюжэце. Перед уваходом у актовую залу выстава с калейдоскопом самых ярких моментов школьного життя. Побач с кожным стендом класный кіраўнік. Усяго 16 педагогов. Яны одни из самых лепших у Гомеле. Ёсць, например, ты, кто обрал эту профессию 40 годов тому и дагэтуль с запалом рассказывая об своей праце. Я очень люблю свою профессию. Я очень рада, что я выбрала именно ее. И, наверное, я еще работаю, хотя имею уже определенный стаж работы за плечами. Они мне, дети мне дают силу, радость. Радость общения, радость жизни. Сярод запрошенных – класные кіраўнікі, которые только начинают свою педагогичную деятельность. И им уже так само есть, чем поделиться с коллегами. Знаете, когда я шла на линейку 1 сентября в прошлом году, мне давали классное руководство 10 класса. Есть такое выражение – поджилки тряслись. Они боялись меня, а я боялась их после 6-летнего декретного. Но спасибо моему классу. Потому что, когда у тебя хорошие дети, получается все в работе. Поэтому тяжелые, активные, веселые, но с грустью думаешь о том, что уже через полгода придется расстаться со своим 11 классом. Будете набирать 5-й? Да. А у зале початку акции чакают еще 35 классных кіраўнікоў из усіх районов Гомеля. Выклики часу, политичная ситуация – все это потребует от педагогов додатковых ведов и навыков, а от классных кіраўнікоў тем больше. Им что дня треба быть не только выкладчиками, але и психологами, философами и просто сябрами для своих вучняў. Классный руководитель, кроме того, что он преподает свой предмет, он больше занимается именно таким воспитанием. И вот сегодня мы хотим особенно обратить внимание, как классный руководитель работает со своими учениками в плане воспитания и гражданско-патриотического, и нравственного, и духовного, и особенно трудового. Видя работы победителей, общаясь с ними, на ум приходит буквально несколько слов. Патриотизм, преданность, бесконечная любовь к детям и к своему делу. И это настоящие классные руководители. И сегодня с удовольствием будем чествовать этих самых замечательных людей Гомельской области. На сустрэчы кажуць, что зараз основным человечным каштоўностям их развитию у молоди особливая увага. Это працавитость, увага до старейших, патриотизм, моральность. Марина Северянова, Миколай Скинтиян, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».